Друзья, в продажу поступила Toyota Ipsum 2003 года выпуска. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 2,4 литра, мощностью 160 лошадиных сил. В паре с ним стоит автомат, сам авто на переднем приводе. У автомобиля оригинальный ПТС, три владельца, хорошее техническое состояние. Сам авто на литых дисках. Все четыре стекла электроподъемника, все четыре автоматические. Электрорегулировка и складывание зеркал, коррекция фар. Установлена сенсорная мультимедиа Pioneer. Климат-контроль. У задних пассажиров имеется свой подлокотник с подстаканниками. Авто трехрядовый. Камера заднего вида. Также у задних пассажиров имеется свое управление климат-контролем. Свой климат-контроль. Сам салон велюр, бежевый цвет. У автомобиля установлена сигнализация. Приезжайте, смотрите, забирайте.